Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями. Местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем 15-18, тепла ночью 7-9 выше 0. Ветер переменный, юго-западный, южный, северный. Скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани ясно, к вечеру осадки в виде дождя, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 9. Южный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясно и без осадков, днем плюс 14, ночью плюс 9 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, плюс 15 градусов днем, ночью плюс 9, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.